Не от войн погибнут люди, они утонут в собственном мусоре. Это слова общественного деятеля Нильса Бора. К сожалению, они актуальны и сегодня. Мусор везде – в парках, лесах, на берегу рек и в местах отдыха. Как улучшить состояние окружающей среды? Как добиться того, чтобы люди берегли природу? Эти и другие вопросы обсуждались в ходе просветительного семинара, организованного Агентством регионального развития НОРД в сотрудничестве с правительством Германии. Если мы не информируем людей, если мы не будем доносить до них цели, которые мы хотим достичь в проекте, тогда мы не добьемся результата. Мы убедились в том, что диалог – это самое главное, когда хочешь гарантированно достичь успеха в проекте. Свалки негативно влияют на здоровье человека, вызывая инфекционные заболевания, отравление свинцом и даже отравление ртутью. Пренебрегая опасностью, люди продолжают устраивать свалки в удобном для них месте. Об этом рассказали школьники в подготовленном спектакле. Участники семинара признают пользу этого проекта в решении вопросы загрязнения окружающей среды. В первую очередь мы понимаем важность этого проекта – создание чистоты для здоровья жизни для жителей нашего района. Это хороший проект, долгожданный со стороны службы надзора за окружающей средой, и хотелось бы, чтобы его реализация продвигалась как можно быстрее в своем развитии. Строительство станции для сортировки и перемещения отсортированных отходов в хранилище для складирования – вот выход из ситуации. В проект улучшения услуг по управлению твердыми отходами вовлечены 37 населенных пунктов по районам Шелдонеш, Терезина и Флорешть. В ходе его реализации предполагается не только информирование населения, но и создание сервисов по управлению твердыми отходами, организация площадок с контейнерами, строительство цеха для сортировки и прессования отходов.